Просто было такое, что человек подходит ко мне, да, и он какой-то, ну, как бы, такой радостный, вон, и руки так ко мне эти, а меня как будто какой-то энергией просто, ну, прошивает. Чувствую на себе какую-то энергию такую нехорошую, как бы, ну, вот, как будто гипнотизируешь, ну, вот, что-то такое, вот. Ну, и дальше что? Ну, дальше что там, это, ну, как бы, это... Начинаем молиться, человек и отходит, и все, в общем, это. Ты про себя молишься? Ну, конечно, я никогда вслух это не говорил ничего. И часто такое бывало? Ну, вот на работе там, когда или пьяные там, или... Кто пьяный, ты? Нет, люди, понимаешь, вот эти, которые... Люди подходят, когда пьяные, да? Ну, ну, может даже не пьяным быть там, это, может быть. Я уже сейчас просто не помню, но помню, что вот такое было. Ты говоришь, это пронизывает иголочками даже, да? Ну, вот как будто он как будто он сам это, как будто он сам эта энергия, да, вот обладает как будто этой энергией. Да. Ну, вот есть люди, которые, например, там массаж делают, да, ну, и они как будто, ну, это, может, все это лукавое, энергию забирают с человека. Но я не знаю это. Ничего это. Я с этим не связан. Ну, ты с работы уволился, это перестало быть с тобой такое? Ну, у меня уже, это, давно, не все такие люди были там, это, как бы, ну, редко было это. Ну, ты после этого не напивался? В смысле? Ну, вот тебе люди, человек подошел, ты это почувствовал, что он как бы... Ну, я после этого, это меня как бы не это, там, это... Понятно. Все? Ну.